В Лянторе планируют объявить дополнительный конкурс на уборку снега с улиц. Проблемную ситуацию в городском поселении обсудили сегодня во время прямого эфира губернатора Югры с жителями региона, которые посвятили работе дорожных и коммунальных служб. В частности, лянторцы жалуются на многометровые кучи снега и сугробы, которые создают аварийные ситуации на дорогах. Представители городской администрации рассказали, что в ситуации виноват подрядчик, который не исполняет свои обязательства в полном объеме. Мэрия даже просила нефтяников помочь с уборкой улиц от снега. На данный момент обсуждается объявление дополнительного аукциона на обслуживание города. Снег с города с октября месяца не выводится. Несмотря на наши требования, на наши претензии, на 20 предписаний, которые сегодня выдали ГИБДД, подрядной организации, снег не вывозится, складируется на зеленой зоне, прилегающей территории, под линией электропередач и так далее. На контакт в этом отношении подрядчик никак не идет. Поручаю руководителю муниципалитета Сургутского района Андрею Александровичу Трубецкому и заместителю губернатора Евгению Георгиевичу Адамову сопроводить все решения по этому вопросу в соответствии с законодательством Российской Федерации и ответом на те вопросы, ради которых подрядная организация привлекалась администрацией на соответствующие объемы работы.